Всем привет, друзья! Сегодня я нашел для вас вот такие необходимые и недорогие товары для рыбалки с сайта AliExpress. Думаю, вам будет интересно. Если вы захотите что-то приобрести себе по приятной цене, то пользуйтесь кэшбэком. Так вы еще и сэкономите деньги с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. А в конце будет ваш любимый конкурс. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте на этот колокольчик, и вы будете получать новые выпуски самыми первыми. Поехали! И первым товаром у нас будет светящиеся поплавки. Они имеют в своем основании сигнальную батарейку, которая срабатывает при поклевке. Верхняя выпуклая часть поплавка оснащена сигнализатором, который мгновенно загорается при клеве рыбы. Светящиеся поплавки удобны в применении. Их яркая краска позволяет заметить поплавок издалека. Поплавки являются разборными для смены перегоревшей батарейки. Антенна ярко светится, позволяя рыбаку безошибочно определить малейшую поклевку и своевременно сделать подсечку. Дюймовые твистерки – одна из лучших микроджиговых приманок для спиннинга. Твистеры обладают чрезвычайно подвижными хвостами, удивительно достоверно воспроизводящими колебания мелкой рыбы. Качество исполнения и оригинальная форма делают эти приманки популярными, и многие рыболовы уже убедились в их эффективности. Высокочастотная работа хвостовика микротвистера очень нравится окуню. Также, помимо окуней, на мелкие твистерки успешно ловятся красноперка на заливах и в протоках, а также на участках рек с замедленным течением. Самая покупаемая на Али – карбоновая удочка, в которой чувствительный углепластиковый бланк. Среднебыстрый строй позволяет успешно использовать самый широкий ассортимент рыболовных приманок, достаточная для борьбы с трофеем 5-7 кг. Мощность и компактные размеры делают эту модель очень практичной. Катушка-держатель классической конструкции. При перевозке кольца полностью закрыты пластиковым колпаком и отцентрованы. Удочка легко складывается и занимает мало места, в результате чего исключаются проблемы, связанные с транспортировкой и хранением. Самонадувной матрас с подушкой – это именно то, что вам нужно на рыбалке или в походе. Он не только обеспечит вам мягкий и теплый сон, но благодаря подушке вы почувствуете себя, как в домашней уютной постели. Матрас легко надувается, а клапан позволяет значительно ускорить надувание коврика по сравнению с обычным. Самонадувающийся коврик представляет из себя бутерброд, где между двумя слоями вода и воздухонепроницаемой ткани находится упругий пенополиуретановый наполнитель. Очень крутые плоскогубцы рыбака оборудованы сменными губками из нержавеющей стали, а также сменными резцами из сверхтвердого карбита вольфрама. Резцы предназначены для обрезки шнура, а также монолески, что является уникальной функцией для такого вида инструментов. Стальные губки имеют специальное окончание в виде клыка для оснащения заводных колец, а также оборудованы выемками разных диаметров для зажатия обжимных трубочек, а на основании губок находятся резцы для шнура и лески. С помощью плоскогубца вы всегда сможете загнуть или разогнуть любой крючок, достать приманку из рыбьей пасти, ужать обжимные трубочки и совершать другие немаловажные операции. Рыболовный набор «Мечта рыбака» поставляется в удобном пластиковом кейсе и имеет в своем наборе 20 видов снастей в общей численности 128 штук. Помимо разнообразных крючков на разные виды рыб, в наборе есть много интересных штук, полезных для каждого рыбака. Такие наборы очень популярны не только среди любителей порыбачить, но и профессионалы отмечают полезность такого дополнения в свой инструментарий, тем более за такую низкую цену. Сверхлегкая мультипликаторная катушка с вариантами под правую и левую руку идеально подходит для троллинга и джеркинга, и для ловли на спиннинг они тоже хороши. Миниатюрная, компактная и практически невесомая мультипликаторная катушка, отличающаяся отменной тяговитостью и достойной скоростью выматывания. Модель рассчитана на все без исключения современные способы ловли, а потому несет на борту целый перечень инновационных решений. Тут и облегченный алюминиевый корпус, и специальная магнитная тормозная система, позволяющая исключить перебежку лески во время заброса, и специальный титановый лесоукладыватель, равномерно распределяющий шнур по шпуле. Сигнализатор поклевки – это то, без чего не обойдется на рыбалке ни один рыболов. Электронная сигнализация клева позволит вам вовремя поймать рыбу. Сигнализация поклевки крепится с помощью прищепки на удилище. Леска захватывает специальный рычажок сигнализации, и сигнализация срабатывает при повороте рычага при натяжении лески. При срабатывании электронная сигнализация поклевки включает яркий синий индикатор или сирену, трель. Также сигнализация имеет выключатель питания и питается от трех маленьких батареек.
Блесна со светодиодным проблесковым сигналом, которая срабатывает при попадании в воду, позволяет на расстоянии 200 метров просигналить ярким светом о поклевке. Автоматически загорается при срабатывании сигнального флажка жерлицы в момент его выстреливания из катушки, а яркое свечение позволяет мгновенно среагировать на поклевку. Рекомендовано устанавливать в темное и сумрачное время суток. Крепление производится непосредственно на сигнальный флажок. Хранить их необходимо в сухом месте. На снегу и льду происходит замыкание и, соответственно, садится батарейка. 30 рыболовных крючков с фосфорицирующим нанесением. Люминесцентные рыболовные крючки будут способствовать привлечению рыбы в ночное время. Поставьте крючки под солнцем или искусственным освещением на некоторое время перед использованием. Эти крючки будут идеальны для карпа, а для хищников поводок нужно менять. В наличии крючки 12, 14 и 16 размеров. Если размер важен, уточняйте у продавца перед покупкой. Водонепроницаемый налобный фонарь на сверхярком американском светодиоде. Световой поток до 1200 люменов и работает на одном или двух литий-ионных аккумуляторов. Есть регулировка наклона и может светить как вдаль тонким лучом при фокусировке, так и под ноги, сильно рассеивая свет. Все это благодаря замене обычного стекла линзой. Фонарь защищен от брызг и дождя. Возможна зарядка без вынимания аккумуляторов из батарейного блока путем подключения зарядного через специальный разъем. Благодаря авиационному алюминию с анодированным покрытием фонарь защищен от механических повреждений и царапин и идеален на экстремальных ночных спусках на лыжах, на рыбалке, охоте и ночных велопрогулках. Маленькие, но острые складные ножницы для лески и прочей снасти. Кто был на рыбалке, тот столкнулся с проблемой, что плетеный шнур не так-то просто отрезать. Эту проблему решают такие ножницы. Благодаря своей специальной зазубрине вы можете легко вырезать плетеные нити и не повреждать разрез на линии. Удобный инструмент для работы с леской и шнуром. В сложенном виде занимает совсем мало места. Легко и быстро переводится в рабочее положение. Выполнены из пластика, а режущие кромки из стали. Стильная карбоновая телескопическая удочка. Маховое удилище – прекрасный вариант для ловли на небольших реках и в прибережной зоне полноводных рек. Легкое, компактное и достаточно мощное удилище. Применяется в качестве универсального удилища для ловли настоящих водоемах с берега либо лодки. Целевые виды рыб – это лещ, плотва, карась, карп, головль и иные представители семейства карповых. Удочка в разложенном состоянии достигает 4,5 метра, очень легкая и гибкая. В сложенном состоянии всего 43 см, имеет стильный дизайн и оснащена декоративными пробками, которые препятствуют случайному выкатыванию секций бланка. Мультиплоскогубцы. Еще одни в нашей подборке. Данные плоскогубцы очень удобны в качестве челюстного захвата. Кроме того, имеют прочные лезвия, с помощью которых без труда быстро можно отрезать леску. Выполнены из качественной нержавеющей стали. Их удобно носить с собой и легко использовать. Оснащены накладками с пластика на рукоятках, разводной пружиной, предохранительной скобой стопором, фиксирующей щипцы в закрытом положении, и отверстием в рукоятке для крепления к ретриверу. Набор поплавков по очень приятной цене. Каждый рыбак мечтает о крупном улове, который можно будет похвастать. Один из секретов удачной рыбалки – правильно подобранный инвентарь. Такой набор из 15 различных поплавков – это именно то, что вам пригодится на рыбалке. Уверен, что у нас такие наборы стоят в несколько раз дороже. Вольфрамовые воблеры. Уникальные спиннинговые приманки, созданные руками мастеров страны восходящего солнца, активно используются рыболовами России для поимки трофейной щуки, крупного окуня и судака. У данных воблеров применена система огрузки с перемещением шариков-балансиров, расположенных в теле приманки. Благодаря ее действию воблер не только приобретает активную твичинговую игру с резкими и даже хаотичными скачками и колебаниями, но и испускает шум и вибрацию, которые способны привлечь даже самого пассивного и заторможенного хищника. В наличии 10 цветов. Надоело марать руки на рыбалке? Закажи захват для рыбы, маленький и очень цепкий. Челюстные захваты при рыбной ловле все чаще заменяют подсаки, так как значительно облегчают снятие и удержание улова. Принцип действия захвата очень прост. Достаточно зажать курок, чтобы открыть клещи, после чего рыба берется за нижнюю челюсть и курок отпускается, крепко фиксируя улов. К основным преимуществам, которыми обладает челюстной захват, являются крепкая фиксация улова благодаря жесткой пружине, отсутствие необходимости в подсаке, прочные металлические детали, защищенные от коррозии, удобная эксплуатация за счет комфортной рукоятки и курка, а также есть удобный ремешок.
Суперснасть для рыбака – спиннинг с автоподсечкой. Подсекатель работает на натяжение. То есть при поклевке сторожок освобождает пружину, и она производит автоматическую подсечку. Принцип мышеловки. Если рыба начинает поклевку не на натяжение, то есть поклевка к берегу, то рано или поздно она шевельнется влево или вправо, потянет наживку, и подсекатель сразу же ее подсекнет. Часть подсекателя изготовлена из оцинкованного металла, удочка сделана из стеклопластика. Беспроводной эхолот прекрасно может использоваться для всех видов традиционной рыбалки, для рыбалки с берега, для зимней рыбалки и с лодки. Способен прекрасно заменить маркерные удилища при ловле рыбы на новом месте и сэкономить много времени при поиске бровки и скоплении рыбы. С помощью беспроводного эхолота можно узнать о глубинах в водоеме, наличии рыбы, глубине, на которой стоит рыба, и температуре воды. Устройство представляет собой водонепроницаемый беспроводной датчик и забрасывается спиннингом, закрепляется на лодке, либо крепится к катеру. Прибор сообщает данные на приемник, а автоматическое выключение эхолокации при поднятии датчика из воды экономит до 80% заряда батареи. И последним товаром у нас будет комплекс сменных колец для удилища. В наборе их 14 штук разного диаметра, а значит можно использовать практически на любое удилище. Сами кольца выполнены из пластика с керамическими вставками для легкого скольжения лески. Кольцо устанавливается на спиннинг, а точнее на бланк. Нет четкой формулы, определяющей, сколько колец нужно поставить на удилище. Но есть мнение, что требуемое число можно узнать, прибавив одну единицу к длине спиннинга в футах. Например, если удочка 7-футовая, то колец должно быть 8 штук. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса – вот такой набор поплавков или денежка на телефон. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какую самую большую рыбу вы ловили или какую рыбу любите есть. Участвуйте в конкурсах, и вам обязательно повезет. Спасибо, что досмотрели это видео. Всем пока!